Не успели как бы так назначить Олжаса Пекенова, как тут стали появляться статьи хвалебные в его адрес. И хороший организатор, и как он боролся с коррупцией, и как он в администрации президента навел порядок. И сейчас он придет сюда в правительство и то же самое сделает. И, в принципе, сейчас будет эту коррупцию с ней как бы бороться уже в рамках всей страны и возвращать активы и так далее и тому подобное. Да, Вадим, я согласен, что в какой-то степени он в какой-то степени используется как некий дополнительный элемент вот этой политтехнологии. То есть показать, что как бы вот Токаев продолжает эту политику, вот он человека конкретно уже назначил с таким большим опытом антикоррупционной борьбы. Давайте еще подождем, ребята. То есть вот эта любимая, скажем так, политика власти, ребята, ну не торопитесь, давайте подождем. Вот новый человек пришел, он сейчас начнет работу вести, вам еще покажет. Вот со временем, конечно, опять его тоже сольют, как и у других остальных, вот под разными предлогами. Но вот эта попытка тянуть резину вот этими политтехнологическими играми, они ни к чему хорошему не приведет.